بسم الله الرحمن الرحيم. Как близко нужно стоять, чтобы во время джамаат намаза, иногда, говорит, наш шпагат приходится становиться, чтобы близко стать. Как во время посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, люди стояли в намазе. Есть хадис, который приводит от Бухари, имеется в виду тарассус суфуф, то есть, имеется в виду, чтобы люди стояли в намазе притык друг к другу. Как? Там говорится манкибу или аль-манкиб, то есть плечо к плечу. Не просто, не чтобы плечо было в двух метрах, а ноги были близко. Не это сунна, не такая сунна. Сунна, чтобы было плечо к плечу и нога к ноге. Нога к ноге. И сподвижники говорят, например, как Фатхуль-Бари, автор приводит слова одного из сподвижников, он говорит, да, это сунна, говорит. Но сегодня, говорит, я не делаю так. Почему? Потому что, когда, говорит, я так делаю, говорит, это человек, который рядом от меня убегает. Как там приводится, как говорит, дикий осел, приводит он пример. Но из-за того, что он убегает, этот сподвижник за ним не бегает, да, даже наш шпагат не становится. Он сподвижник, он чуть-чуть лучше, наверное, знал это, так же, чем мы. Поэтому, когда этот вопрос, который касается намаза, как имеется в виду, стояние плотно в намазе, этот вопрос делается до намаза. Становитесь плотнее. И еще один момент. Ноги притрагивайте. Иной раз бывает, что на ноги у тебя там... Как будто бы этот борьба на ногах идет. Тебе, имеется в виду, кто-то пытается с тебя столкнуть. Не так. Прикосновение – это приятно. Толкаться – неприятно. Намазы же не толкаются. Понятно же? По сунне стоят плечо к плечу, в первую очередь. Нога к ноге, в вторую очередь. Понятно же? И имеется в виду, этот хадис, имеется в виду насчет этого, когда джамаат намазы так стоит, мы сказали, что сподвижник это оставлял, этот Фатхуль-Бари приводит, Асқалани приводит Фатхуль-Бари, он говорит, если говорит, сейчас я делаю, некоторые говорят, убегают. Когда убегают, он что делает? Он не бегает за ними. И поэтому сегодня один рассказывает, видимо, был неразбирающийся. Намазе, в этих суннатах намаза, он рассказывает, что с ним произошло. Я, говорю, сбоку от меня, говорит, двое стояли, они, говорит, прижимали, говорит, меня. Я, говорит, ближе поставил, еще прижимали, еще ближе поставил, еще прижимали, еще ближе поставил. Еще прижали, говорит, я одну ногу впереди поставил, говорит. Валлай, человек, который реальный человек, говорит это. И что теперь делать, если он не разбирается? Это не в намазе его учить намазу, вне намаза учи его в намазу. Он имеет в виду, насчет того, как стоять в намазе, насчет этого, в четырех мазхабах есть некоторые разногласия. В нашем мазхабе, если человек сам совершает намаз, самый оптимальный промежуток – это 5, чтобы было от ноги к ноге. Но если человек в джамаате, то желательно, чтобы нога притрагивалась. Не прижималась, а притрагивалась.